Друзья, всем привет! Славка опять с вами, как всегда. Жара на улице, июль месяц, последний у меня понедельник, рабочий день, и все, и отпуск. И очень красивая и хорошая новость, ребят. У Славки новый мотор, как новый, ну, в смысле, тоже восьмерка. Приехал с другого места он. Вот он рабочий, друзья, мы с Русланом уже заводились, с братом младшим. Вот он, сейчас поедем его проверять. Так что вы с нами на проверочку. Мы его заводили, заводится. Нормально, я вам скажу. Вот. Сейчас мы его отрегулируем, все сделаем. И вперед. Сейчас Руслан тут бодяжит, масло заливает. Возьмем вот эту канисочку 5-литровую, нам хватит на сегодня проверить, как чего настроим, все отрегулируем. А лодочка вот она ждет нас. Чакаешь? На халяву хоть на пилу бензинчик возьму. Ничего, еще купим. Ничего страшного. Снимаешь? Да. Все-таки снимаешь. А что я делаю? Танцевать должен, что ли? Вот лодочка. Как обычно, Хантер. Красавелла. Все, берем. Так, берем. Берем полы. Берем весла. Берем все. В общем, друзья, встречаемся на озере. Мы будем на озере проверять сегодня. Пока недалеко. Потом придут трансовые колеса. Трансовые колеса подцеплю. И все, сейчас мы установим сюда. Вот, Руслан, смотри. Надо будет вот сюда добавлять. Вот сюда прям. Вот так вот. Чик наверх. Сейчас выпилим. А сначала надо проверить. Сначала поставить надо, нет, и посмотреть. Нет, по размеру выпилим, ну, брусочек. Посмотрим, с собой возьмем сразу, чтобы не бегать. А вдруг не подойдет, вдруг надо еще больше? Вот так вот примерно надо будет. Видишь, по-разному бывает. Ну ладно, разберемся. Ну все, друзья, короче, давайте встречаемся уже на озере. Там, все. Так, ну что, друзья, все. Мы начинаем потихонечку свое путешествие. Так, Руслан, вот полы. Сразу там постелим? А сколько их должно быть? Не две. Нет, две только сидушки должны быть, а не полы. Полы это полы. Отстань! Руслан, бери их. Бери, полностью забираем все. Ты меня слушай. Это не то. Вот это вот. Руслан. Эти туда вставляешь? Нет, сначала эти вставляю. Но я не видел. Ой. Надо лодку сначала нам распустить, спустить, вернее. Все, заработал. Этот туда, наверное, поставлю, сюда я его поставлю. Нет, зачем? А что? Чтобы он тебе не мешал, там у тебя рулевое будет. Я жду буду. Ну, тогда ты сюда надо поставить. Уже подниз, вот так, подниз, по ряду делай. Стой, вот так оставь и тяни туда. А, этот? Да, тяни подниз, под надо лавкой. Вот так, да? Да, под лавкой. Ну. Так, все, друзья, мы, короче, с Русланом на лодке. Сейчас я сразу подсоединю, Руслан. Так, друзья, вот все, что видите, если вы видите, я тут не знаю, как закрепил, вроде пойдет. Так, все, Руслан, давай. Ты ногой все придерживай, как бы, вот, боком. Ну, да, вот сюда давай. Просто, вот, давай. Давай, толкай. Запрыгивай. Прям на баллон запрыгнешь потом, и все. Надеюсь, лодка не уйдет сейчас на дно. Нет, все. Сейчас я весло возьму. Сейчас, подожди, вечерки возьму. Да я на лодке на своей этой не катался, роднульки. Ой, наоборот. Я сейчас к тебе повернусь. Вот так вот. Блин. Если что, будем придерживать. Вот. Нет, ты мотор уже отпускай, все, уже отъехали. Не, подожди. Дай развернуться-то мне. Мотор тут у него нету, это задний. А, у этого нету задний? Нет, конечно. А, это же ветерок. Это же не выхер. Это садка не была. Прочно. Все. Так. Ложим.
Оп, ложим. Вот так. Оп. Мотор отпускаем, да? Всё, мотор отпускай. Нет, надо было одно весло там мне, наверное, взять. А зачем? Не надо. Не надо. Так это весло вот просто такое взял. Да, вот такое. Да, да, вот туда-сюда. Да, да, да. Все. Давай будем. Да не надо. Все. О, подожди. Чего? Не по мордашке даже. Не надо как-то это. Сгруппироваться, да, слиняться? Сейчас, откачай. Сейчас, сейчас, подожди. Я открою заслоночку, как положено. Возьми. Так. Вот хреново, когда без этой херни. Бля. Чего? Лодка короткая, давай длинную лодку покупай. Немножко неправильно установил. Чего? Мотор. Почему неправильно? Потому что он слишком наклонен туда. А и вон, видишь, смотри, не в середине. Не бойся. Не бойся, я разверну его чуть бок. Сейчас так будет хреново заводить. Да. А, я пробую, я даже газу не добавил. Ну, первое испытание комом. Ну, на этом-то было хорошо все. Ну да, на суше. На суше там. Фу. Да ёшкин кот. Да. Не очень-то хорошо. Это. Давай. А. Бензин пошел, да? Да. Все нормально? Ой. Чуть не пере... Я тут, наверное, его перегнул. Нет, подожди, стой. Бензин. Сейчас еще раз. О, все, попер, да. Да что ты? Заводился же так хорошо с полтыка там. Хорошо заводился, ну что, нормально. Под камеру не хочет? Да, он не хочет отвезти. Так, что за фигня? Заслонку вот так, заслонка вот так. И... И что такое? Было что-то? Нет, ничего не было. Даже не звука, да? Даже не звука. Не пурпульки. Ну что, родной, давай, пожалуйста. Да ну нафиг. Может, сейчас получится. Знаешь, я по-своему завожу. Стой, подожди. А он у меня хоть на нейтралке стоит? Мы же не включали. Нейтралка, вот вперед. Вот, все. Нейтралка, на. Давай осторожнее тут с баком. Сам. Так вот и меня не ударь. Ты как вывалюсь. Нахера ты взял телефон с собой? Сколько ты оборотов делаешь? А? Еще? Еще делаю обороты. Руслан! Еще делаю обороты. Ты что размотал-то целиком его? Вот оборот. Еще. Вот, все. Эй, только не у меня, слышь, я тебе туда в бок стрелял. А ты куда стреляешь-то у меня? Ни хера офигел. Газульку надо чуть-чуть побольше, вот так вот. Бензином запахло, значит, перебор. Давай, переборщик. И. Ну-ка, поехали на берег, оттуда заведем. С берега. Слышишь? Как мы заводили? Вон туда, в другую сторону, вон туда прямо. Что это такое было? Ударился об этот? Ничего не было. Здесь у тебя нормально все. Ничего не надо подводить. На сушу заводился с полтыка. Обалдеть. Вот это видос будет. Давай. А, катаются на этих фигнюшках. А что, на озере-то катаетесь? Устроили тут шалмут. Так, ну-ка, давай, садимся. Едем отсюда. Ну-ка, вытащи его. На, сейчас заведем. Бляха-муха. С берега.
А тихо ты вытекает, Руслан. Давай развернемся. Я подержу. Ты подерги. Надо с той стороны дергать. Как мы тогда дергали? Раз берега, помнишь? Так лучше. С той стороны. Надо на берегу стоять одному и дергать. Блин, что, весла-то поворачиваются. Не понимаю. О. Надо с берега дернуть. Развери. Нет, надо с берега дернуть. А. Так а что? Подержу. А ничего же не будет. Мы же только заводим, и может ничего не будет. А что за... Не, нафига, ты разберись, чтобы держать будет локшем, мы не плывем никуда. А я буду толкнуть, все. О, я подержу там. Вон даже если давай за это подержу. А ты позаводи. Вон. Вон, за редко подержу, давай. А не надо сейчас на берегу. Ты думаешь, на берегу нормально будет? Подержаться? Надо вот тут взять. Да ты куда ты идешь-то, блин? Нет. Сидел бы там. Ты давай заведи. Все, все. Все. Ты давай, говорит, заведи. Ага, у меня так же получится, как у тебя. Бляха-муха. Можешь смело дергать, у меня нету, не достанется. О, так она открутилась у тебя. Все. Легко? Да. Делаем. Так. Нифига себе. Короче, друзья, я пока отключаюсь, нафиг. Вдруг заведется. О, ну что, друзья, все вроде. Моторчик отремонтировали чуть-чуть. Теперь мы знаем причину с Русланом. Заводки его. Заводится теперь с полоборота, но тут надо кое-что еще поменять. Сейчас мы пока покупаемся, не приду, пока вас... Вот, видали? Сзади нету слова. Да? Ну да. Нормально что? Не, он должен сесть. Вперед, наклонись. Во, сядь туда. Во, во, сейчас быстрее пошло, да? Дал скорость быстрее. Нормально идет сейчас? Сюда надо лодку с надувным дном. Она будет для него летать. А? Да? Друзья, вот так вот едем. Вот там прыгают, вон. Ю-ху. По этой дозор. Разогнаться там. Ю-ху. Водичка, писи. Нормально, сыт хорошо. Идет прям. Здорово, ура! Свой моторчик есть. Вот маленький, большой.
сетку сам раз. Видишь, медленно идет, надо регулировать вот эту. Слишком глубоко. Чуть-чуть поднять, да. И это отрегулировать, вот этот вот угол. Иваны. Поэтому тихо идет. Она должна лететь на восьмерку. Подкачиваю. Да. Потому что там поднимается вон это. Блюк, вон грязь. Блюк уходит в грязь. А, видно, да. А? Куда же? Ну давай прямо, да? Видишь, если ее поднять, она будет вообще хорошо. Там пока тут лучше сразу выше, да и все. Ну, все, сейчас и принесет до самого этого. Вот и все. И приехали. Слишком она, блядь, принесет. Так, так подожди ты, да, я не матюгайся. О. Так все он набрал. Все, хорош, там этот мотор, он просто в воде, видишь, он не дает. Но он в этой, в грязи, в дерьме в этом. А ты что, это что, вот эту регулировку, которую саму? Какую? Ну, которую ты покаял там снизу. Эту? Нет, я камеру отпустил, все. Нет. А эту шишку так чик-чик просто, она... Нет, вот эту вот внизу, видишь. А, да, надо поднимать. И вот эту пушку, которую я вставил, этот шток, но... вот его выше ставишь, мотор становится немножко так. А это, видишь, он сейчас у нас вот такой стоит, вот туда, под лодку. Надо немножко сюда сделать, на одну хотя бы поднять или на две. Ты же сейчас можешь? Ну, смогу, да, сейчас я его подниму, пока ты сходишь. Я сейчас сделаю. Я возьму отвертку, ну, так, все, друзья, я пока отключаюсь. Ну, что, короче, вот такая история. Детей прокатил сейчас наших немножечко. Здорово, сладкий свой мотор. Ю-ху. Ну, все, теперь будем гонять. Сейчас отрегулировать только главное, приподнять, все, чук-чук-чук. Отстойник почистить, потому что там приходится постоянно грушу, блин, качать. Вот. Такие вот дела. Ладно, все, друзья, потом включимся. Вот, друзья, небольшая тут проблемочка, заминочка. Слушай, она там не стояла, что ли, да? Получается, эта сеточка. Или она просто выпала, ты не заметил? Должна же была быть. Так бы она выпала где-нибудь, да? Друзья, рыба прям плескается, о, прямо здесь. Так и просится в новую лодку. Так и в лодку, да. Ну, с новым мотором, вернее. Старая лодка с новым мотором. Сейчас попробуй сам подкачай, чтобы не перелазить. Ну, я турки закрутил, видишь? Ага. Смотри, чистый какой бензинчик. Обалдеть. О. Все, хорош, наверное. Потом может, еще посильнее? Не-не. А то это растрясется и потекет просто впустую. Все, он больше не качает. Все, он поделил, сам качает. А, ну все, да. Все, ну что, погнали. Что, ты снимаешь или не снимаешь видео? Нет. Нет? Ну ладно. Он не снимает. Я не